То есть человек в здравом уме не полезет на нож голыми руками. Это уже от безысходности я показываю. Что лучше что-то я знаю, да, чем не знаю ничего. Здесь хоть какой-то шанс есть. Я иду на него, прижимаю руку сразу сюда. Удар, если надо, обезоружен. То есть я вошел, по глазам ударил, рука берется. Надо иммобилизовать как можно больше суставов. То есть не так, так. После этого я двигаюсь, я не стою, он не дурак, он будет бить, сопротивляться сам, да? И вот в этот момент я делаю отбор. Если вы занимаетесь раном, после этого, что у нас получается? Все. Вот техника Агава. Рука змея. Я снова давлетаю и такое положу. Ну, а здесь у меня буквально секунда, чтобы с ним покончить. Ну, как говорится. Контроль. Не успел захватить эту руку. Спасибо. Вот, видите, я потел. То есть у меня вот отсюда пошел. Я ему как бы всаживаю. Но. И смотрите, что здесь получается. Вот, может даже есть, может на втором точке, смотрите, на втором. Ну, тут можно просто, в данном случае, да, нужно сбить. Дальше. Можно ткнуть, но в данном случае я сразу вижу руку. Я порезал. Посолол, я отход. То есть вот, движение. Смотрите, тут у меня. Скажи, очень важно попадать точно. У меня время ограничено, прямо. Вот видите, бежал. Вот. Ну, точно так же.